25 сентября 2021 года в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги 2021-22 лидер мадридский Реал принимал на Сантьяго Бернабео Вильяреал. Старший тренер Галактикос Карло Анчелотти выставил такой состав: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Марко Асенсио, Каземиро, Карим Бензема, Винисиус Джуниор, Асенсио. В запасе, кроме всех прочих звезд, типа Эдена Азара или же Луки Йовича, и украинский голкипер Андрей Лунин. Судя по тому, в какой прекрасной физической форме находится Куртуа, Лунину ничего пока в основе Реала не светит. Как же отразил Тибо опаснейший удар Данджум, это просто финал всему. Классный голкипер у Реала и сборной Бельгии. Впереди у Реала почти ничего не выходило. Все, чем запомнили сливочные, так это желтая карточка Винисиуса, который остался очень недоволен предупреждением и долго никак не мог по этому поводу успокоиться. Здесь, кто не знает, скажу, что удивляться упорству Вильяреала не стоит. Команда в Ла Лиге еще не проигрывала. Правда, и побеждала всего-то раз. Милитао мог выводить Реал на 50-й минуте вперед, если бы головой как следует попал по мячу. А так тыкнул круглого лбом, и тот, возмущенный таким пренебрежением к своей персоне, решил в ворота не залетать. Шутка, если что. Но не забываем, что в каждой шутке есть доля шутки. Желтая субмарина тут же вынырнула у штрафной Галактикос с последующим ударом сходу всю того же Данджумы. И снова прекрасно играет Куртуа. Как и в моменте несколько минут спустя, когда на его ворота выскочил Алькасер, Тибо сделал все, чтобы мяч не попал в рамку прямым ударом. А замкнуть прострел на дальней штанге Пина не успел. Походу, гости имеют больше шансов отличиться, чем хозяева. На 83-й минуте Реал должен был забивать. И только чудо в виде голкипера Вильяреала Рульи, который легким прикосновением к мячу не позволил ему залететь в сетку после легкого тычка головой Иска, оставило на табло Сантьяго Бернабео нули. И тут же гости отвечают резким выходом 1-1 с Куртуа Пеньи. Но в самый последний момент Начо в отчаянном подкате выбивает круглого куда подальше. Вот так вот проходил весь матч. 24 тысячи зрителей на Сантьяго Бернабео в шоке. Они поднимают свист, они требуют от своей любимой команды победы. Но как же ее родимую добыть, если соперник вовсе не желает уступать? 0-0. Реал остается в лидерах и на пару с Вильяреалом непобедимые в текущем чемпионате Испании. С вами был Саныч, до новых встреч!